У меня в гостях Валерия Шаратова, представитель Скопинского мясоперерабатывающего комбината из родины Есенина, из Рязанской области, вы поняли, надеюсь. Валерия, скажите, пожалуйста, про вашу компанию. Ну, наш Скопинский мясоперерабатывающий комбинат ведет свою историю с 1928 года. На выставке «Продэкспо» мы уже далеко не первый раз, скажем так, завсегдатаи данного мероприятия. Нам очень нравится, очень много деловых партнеров наших, постоянных друзей к нам приходит. Следующий вопрос вам хотел задать. С чем вы приехали на выставку «Продэкспо» 2020? Эта выставка в корне отличается от предыдущих. Мы приехали сюда с новым логотипом, с новым брендом. У нас прошел полный ребрендинг нашего предприятия. У нас очень яркий, красочный стенд в этом году. Вот. Мы всех ждем наших друзей. Приходите к нам. И отличительный цвет желтый, по крайней мере, на докторской колбасе. Валерия. Новая упаковка, новый бренд. Но самое главное, качество остается неизменным, высоким. Это самое главное. Скажите, какие у вас ожидания от данной выставки? Ожидания самые хорошие, самые радужные. У нас очень много гостей, очень много партнеров приехали. Постоянные партнеры к нам приехали в гости, что очень приятно. Новые лица появляются, что еще приятней. Так что мы ждем новых, хороших, долгосрочных деловых контактов. И где вы находитесь, чтобы вас можно было найти в рамках выставки? Мы находимся в павильоне номер 1, стенд S16. Супер. Валерия, спасибо вам огромное. Кушайте колбасу.